Друзья, привет! Сегодня у нас интересная модификация «Остров Бун». Так, мы находимся как раз-таки возле особняка Крупов. И вот появилась новая лодка к этому острову. Так, ну давайте потихонечку. Ага, вот, исследуйте лодку к востоку от поместья Круп. Ух ты, блин. Это как в Фар-Харбор, как двигаешься. Ага, да, та же самая лодка, почти. Нет, не та же самая. У той была какая-то такая еще штука сюда. Так, ну а что мы? Поехали, наверное. Путешествие на остров Бун. Прощайте, друзья! Не поминайте лихом! Так, не позвонишь, да, так? Нифига. Опа! Мы на месте. Ага, вот вижу сразу по карте какая-то отметочка. Так, все, мы припарковались. Давай. Так, ну, ох ты, блин, собака меня скинула, а? Красавчик, спасибо тебе, блин. Вот как я теперь сюда запрыгну, а? Придется, блин, вот так плыть. Блин, смотри, взял, скинул, тупо, блин, а? Смотри, блин, без корма останешься. Ага. Обнаружено остров Бун. Давай-ка глянем. Вот он какой островок. Получается вот большой. Так, удалить метку. Вот маленький. Вот еще какой-то островок. Ну и поменьше, конечно, у нас. Ага. Эй, удалить метку. Что такое? Еще раз, а? Ах ты, блин, смотри. Так. Ага, отсюда еще можно и в Фар-Харбор двигаться, да? И Содружество. Так. Что мы имеем на этом острове? Информация. Исследуйте остров Бун. Вот туда вот нам показывает. Сюда-то понятно, это маяк. То есть сюда зайдем. А куда туда нам нас тащит, надо будет посмотреть. Так. Мы возьмем свой страж-смотрителя. И патронов у нас куча на нее, да? Так, уже вижу болотников. Можно уже начинать потихоньку. Бам-бам! Ух ты, их тут двое, да? Нет, один. Ха-ха-ха-ха-ха! Эй, отвали, блин. Мясо берем, мясо. Что такое? А, молодец, предупреждаешь. А как мне вот это вот шелупонь иногда раздражает, вот это вот мелкая козявка. Ты как вот, знаете, шавки тебя за пятку норовят покусить. Так, вот наш странный человечек. Давай их сразу нафиг расстреляем, чтобы они больше не появились здесь. Поселенец. Что у него есть? Список ингредиентов, крышка, патрон. Ну, понятно, вот это вот мы берем. Ага, больше ничего. Так, и список ингредиентов. Ознакомьтесь. Так, это у нас в разделе «Разное». Списочек, списочек. Угу. Крабовый пирог, масло, бритвозлак. Мясо болотника, яйцо болотника. А вот это мы зря, конечно, сделали. Возьмем, да? Возьмем. А, еще это, походу, отсылка на Fallout 3. Где вот Мойра Браун нас туда вот тащит, там тоже кто-то крабовый пирог хотел делать. Или из болотника пирог. Кто проходил? Напишите в комментарии. Я так и не прошел его. Я о нем слышал, но
так и никогда не смог найти времени на прохождение. Так, нас ведет на маяк. Вот этот туман чуть-чуть иногда раздражает. Походу, кто вот делал модификацию, конкретно ее списал с Фар-Харбора. Я не удивлюсь, что мы еще будем здесь... Тут это получается как поселение, будем ставить эти столбы. Так, требуется ключ. Ага, вот. Теперь нас тащит вот в это здание. Ну хорошо, хорошо. Пойдем, пойдем. Так, вроде мирный человек. Надо оружие убрать. Чужая собственность. Да тут все чистенько. Вылизано, да? Так, ну давай. Итак, вы можете найти в себе силы и помочь отчаявшейся старушке. Ну для начала, кто ты такая? Что ты здесь делаешь? Меня зовут Катерина. Моя семья и я приехала сюда, когда моего мужа назначили смотрителем маяка. Но это не так важно. Нам нужна ваша помощь. А что происходит? О, это ужасно. Мой муж заболел, и нет никакой надежды на выздоровление. Наш сын отправился на лодке за лекарствами, но до сих пор не вернулся. Я начинаю волноваться. А теперь, когда надвигается шторм, я обеспокоена еще больше. Ага. Поможем, поможем. Пока я присматриваю за мужем, можете найти... Найдете способ связаться с моим сыном. Ага. На помощь, это Лиам, Брайт. Возвращаюсь с материка на борту красного тральщика, попавшего в сильный шторм. Местоположение к северо-востоку от маяка Бун. Координаты 43-124-72. У нас пробоина. Нам требуется срочная помощь. Ага, понятно. Понятно. Ну, у нас хорошая карма. Будем так. Я его верну. Ага, все, заскриптовано. Кыш. Так. Ага. По карте, куда она там нас ведет-то? А, ну понятно, вот. Сюда. Так. Кого нет? Нет. Нет, фонарик включим. Вот тут даже рыбка плавает. Обнаружена глубокая бездна. Так, ну и понятно, что надо будет нырять вот сюда вот. Ага, вот она наша лодка. Ой, блин, как она трещит, блин. Ну, навряд ли он живой здесь, да? А чё за фигня? Почему скелет? Похоже, это останки человека, пилотирующего этого корабль. Кости очищены от мяса и покрыты толстым слоем ха. Непонятно. Непонятно. Собрать останки и ничего не делать. Надеюсь, ничего не на нас не нападет, если мы соберем останки. Собираем. Собрав останки скелета, вы обнаружили ключ с надписью «Маяк острова Бун». Обана. Все, выныриваем. Сейчас какая-нибудь тварь такая подводная захавает. Так. Нам, получается, на сам маяк теперь надо двигать. Походу, что-то эта Катерина замышляет. Может, это рейдер, блин, какой-нибудь, да? Ну, с одной стороны, откуда она знает? Это, наверное, корабль, блин, перевернулся. Не знаю, 200 лет назад. Так. Ага, ключ, маяк, бум. Приготовились. Еще раз. Ага. Нету никого, да? Это у нас кто? Активировать останки женщины, которую держит на руках мужчину. Торжественно
лежат на земле, окутанные толстым слоем пыли. Да ну нафиг, это, наверное, походу они и есть. Так, мы взяли. Теперь, когда останки у вас на руках, выбор остается за вами. Похоронить их должным образом или просто выбросить останки. Походу, это призрак, это Катерина, да? Подготовить могилу для останков скелетов. Хорошо. Копая могилу, вы обнаружили небольшой ящик с замком. Теперь, когда останки воссоединены и похоронены над островом, царит успокаивающая атмосфера, теперь вы можете использовать мастерскую на острове Бун. Хорошо. Круто. Выполнено старинный маяк. Ключ. Запись в дневнике Катерины. Да читать не будем, там, наверное, все. Если кто захочет, тот почитает. Понятное дело, скорее всего, вот это был призрак. По-любому это был призрак. Так, а где дом-то ее? А, вот он здесь. То есть возле ее дома похоронили. Ну-ка. Оба-на! Оба-на! Да? Оба-на! Да! Вот так вот. Ничего себе! Было, да? И как стало? Точно. Опять ты глаголишь. Что-то, честно, я по 3 Dog Night уж скучаю. Так, ну и на сам маяк давай двинем. Сильно так не будем всю эту локацию проверять. В принципе, не обалденная модификация. Так. Терминал управления маяком. Походу, надо будет включить его. Шторм. Nice. Ага. Управлять и эксплуатировать маяк можно следующими способами. Главный контроль маяка. Главный. Активировать. Конечно, активируем. Мы же себя поселенцев будем зазывать. Так. Эмиттер контроля волн. Да нет, пусть будут. Наоборот, прекрасно. Вот, я же говорил, контроль рассеивания тумана. А я думал, их строить надо будет. А тут оказывается, опа. И можно с маяка это все убрать. Система отпугивания. Отпугивание птиц. Водную систему сдерживания. Не надо. Пусть все будет. Так, ну вот, в принципе, мы завершили квест. Тут еще будет небольшие, где вот я вот показывал, вот здесь где-то. Есть. И вот тут вот что-то есть. Но это, ребят, на ваше усмотрение. Не буду все прям показывать. Там что-то, может, интересное есть для вас, когда будете строить вот здесь вот поселение. В принципе, туман пропал. Вот. И получается у вас остров, как спектакль Island. Даже круче. Со своей историей. Вот. А мы пойдем искать дальше модификации. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, за лайки. Пишите комментарии, понравилось, не понравилось. Ссылочка на модификацию, как всегда, в описании. И всем до свидания.